Всем привет! С древних времен люди всегда платят налоги в казну. Благодаря этому госаппарат может полноценно работать и обеспечивать разные нужды граждан. И сегодня мы поговорим про самый необычный налог в мире. Современному человеку невозможно представить, что в какой-то стране может быть налог на свободу. Однако в прошлые времена, когда в мире было распространено рабовладение, такой налог не вызывал ни у кого особого удивления. Так, согласно законам Древнего Рима, налог на свободу выплачивался либо самим рабом, либо его хозяином. То есть, когда раб хотел получить свободу, он должен был заплатить не только своему хозяину, но еще и своему государству.